Всем привет! Приехали на Чередноколб. Вчера вон ту посадку ходили, и там лесочек вон тот. Сейчас пойдем по этому лесу. Ну и посмотрим, если будет что. Вон там кто-то бежит. Собака или лиса. Собака, крупная. Ну в общем, сейчас будем искать, что найдем, покажем, смотрим. Вот такие, ребят, первые находки. Пластина стальная, арматура с культиватора, еще какая-то запчастюга. Вот, ребят, еще находки. Один лемех и от кровати уголки. Три штуки. Нормально, металл идет пока что. Копаем дальше. Такие находочки, ребят. Труба. Такая железка, не знаю чего. Натяжитель. Литой. Крышка литая. Вот эта запчасть от косилки. Вон там брат еще что-то выкапывает. Ну и вездесущая проволока. Тоже металл, тоже забираем. Копаем дальше. Вот, ребят, нашли такую приколюху. Короче, диск на стойке. Стойка литая. Вот тут вот трубка. Вот это литое, тяжелый. Килограмм 15 весит. Все, копаем дальше. Ребята, вот не успел даже тот отнести. Ну, смотрите, торчит то ли сцепка, то ли кардан. Ага, вчера такую же похожую конструкцию находили. Там и натяжитель какой-то. Прикольная штучка. Да ладно, что там выковыришь. Типа сцепки, но вот тут натяжитель стоит. Какой он сердцеборочный. Прикольная штучка. Вот копаем дальше. Вот, ребят, клык нашли от сеноукладчика. Сейчас я его на крышу забабахаю. Пилить пока не будем, мало ли что найдем. Что придется дергать, а это как рычаг идеально работает. Все, копаем дальше. Вот нашли проволоку стальную. Смотали ее сейчас в моток. Нормальная такая. Килограммчиков 5. Ребят, первая гусянка первая. И лемех. Но лемех не первый. Были рядом. Вот лемех. Вон он, гусянка. Фу, ходим по лесу. А наружу, блин, жарище невозможное. Что там, еще что-то? Сейчас в прямом эфире выкопаем какую-нибудь какашку. Не, не какашка, а еще один лемех. Причем хороший. Копаем дальше. А вон железка торчит. Вот. От трансплантера пластинка гнутая. Нормально с пятачка накопали. Копаем дальше. Вот, ребят, нашли стопорное кольцо в сборе. Килограмм 10 в сборе весит. Обычно находили по одному, а это двойное. Все, ищем дальше.
Вот, ребят, пазл собрали. Диск из трех частей. Каждая часть валялась в метре, в двух друг от друга. Диск такой чугунный. Даже не знаю чего. Но прикольный, тяжелый. Все, копаем дальше. Вот, ребят, такой вал нашли. 1,50 м где-то. Такой толщины. Ништячок. 20 кг. Все, копаем дальше. Вот, ребят, нашли вот такую железку. Что это такое, не знаю. Но она очень тяжелая. 10 кг. Плюс вот отворот. И в лесу две бараны в сцепке. Но они в корнях, на них сухостой копать не стали. На улице жара невозможная, копать нереально. Оставили, потом уж как-нибудь подъедем, выкопаем. Потому что в каждой баране в среднем 50 килограмм. В среднем. Есть поменьше, конечно, бараны. Но там большие. Есть и 60. Ну все, ребят, копаем дальше, что найдем, покажем, смотрим. Друзья, нашли борону. Третью. Третья борона сегодня, но две не копали. Решили взять эту. Эту сейчас будем копать. Вот для чего нам нужен клык. Ага. С того края давай. Сейчас. Все это ради бабла. Ради кайфа. Не даришь? А попробуй в сторону кустов зайти. Может, теперь с той стороны дернуть ее надо? Прямо тут с кустов зайди. Там будет неудобно. Все неудобно, так задом наперед, зайди вот сюда вот. Вот этот прогальчик. А больше все, больше там никуда не зайдешь. Итак, торжественный момент. Не и... Упс. Не? Упс. Вот я одной рукой, друзья, одной рукой я вырвал. А брат мучился тут, блин, с такой корягой. Вот это как раз и есть цепь, наверное, сапутка. Ну все, грузим. Выключай. Грузим. Ребят, ну все, мы закончили. Вот такая у нас загрузка. Металл, в принципе, неплохой, хороший, литой. На крыше клык, барана. Жести практически нету. Вон там даже алюмишку нашли немножко. Все, теперь включаюсь на приемке. И говорю, что почем. Сегодня едем на нашу приемку. Посмотрим, почем там. Вчера сдавали по 20 рублей на другой приемке. Все, смотрим. Ребят, приехали на приемку. Сдались. Полная тара у нас была тона 470. Пустая тара тона 60. Цена не знаю какая. На воротах написано 23 рубля. Сейчас брат придет, скажет, почем. Почем ты опять не спросил? Ну, он сам и сказал, по 23 завтра будет падать. Завтра будет падать? Да. Вот, ребят, по 23, завтра будет падать. 8,850. По деньгам 8,850.
Все, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся, пишем комментарии. И до новых встреч в новых видосах. Пока!